С наступающим Новым годом, дорогие мои! Сегодня я, вооружившись помощниками Google и Siri, расскажу вам о дюжине самых любопытных девайсов и гаджетов 2015 года. Подведу итоги, так сказать. Siri, а где живет Дед Мороз? Может, уже пора повзрослеть, Олег? Nexus 6P – это первый смартфон линейки с металлическим корпусом. Интересное решение разработчиков – использование симметричного порта для зарядки USB Type-C. Зарядка происходит очень быстро – всего 10 минут, и в батарее достаточно энергии на 7 часов работы. Окей, Google, а где купить Nexus? Конечно, в сети магазинов «Связной». Microsoft Lumia 550 – это недорогой, но очень новый смартфон. Один из первых на Windows 10. Кроме того, отметим поддержку LTE, которую не часто встретишь в бюджетных смартфонах. Siri, позови Картану. Олег, а что за Картана? Это твоя бывшая? Lenovo A2010 хоть и позиционируется как несложный и доступный по цене аппарат, на самом деле практически не уступает девайсам среднего класса. Ты получаешь в свое распоряжение смартфон для повседневного использования, обеспечивающий доступ к быстрому интернету. Окей, Google, покажи новогодних котиков. Вот ваши котики, сэр. Моноподы или палки для селфи наибольшую популярность получили среди тех, кто не может есть, гулять, купаться и целоваться без себяшек. В погоне за красивыми кадрами народ стал искать способ снять себя со стороны. Селфи-палки рулят! Siri, у тебя есть аккаунт в Instagram? Извини, только для друзей, Олег. У планшета Asus ZenPad 10 прочный металлический корпус с гладкими закругленными гранями. Держать его в руках – просто удовольствие. Мощности железа хватает и для работы в многозадачном режиме, и для безукоризненного воспроизведения видео, и даже для запуска требовательных приложений. Окей, Google, поставить будильник на 12 ночи. Хотите поспать до следующего года? Digma Hit 4G – классический планшет-моноблок с быстрым интернетом. Бросил в сумку чемодан или городской рюкзак и побежал по своим делам. А работает планшет на новой и очень удобной операционной системе Android 5.1. Siri, спой Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey. LG Watch Urban похожа на традиционные часы со стрелками. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Работают часы под управлением Android Wear. Здесь есть и акселерометр, и датчик сердечного ритма, чтобы следить за здоровьем. Окей, Google, у тебя все окей? Все просто восхитительно, ха-ха-ха. Sony Smart Band 2 – флагман в линейке умных браслетов от Sony. Гаджет оснащен мягким силиконовым ремешком, фиксирующимся с помощью надежной металлической застежки. С помощью встроенного акселерометра Sony Smart Band 2 подсчитывает каждый шаг, который ты делаешь. С ним можно даже плавать в бассейне. Siri, ты занимаешься спортом? Я чемпион мира по поиску в интернете глупых запросов. У Nikon Coolpix L340 удобная рукоятка, интуитивно понятный интерфейс и продуманное расположение элементов управления. Все это сильно упрощает работу с фотоаппаратом. Можно оперативно переключаться между режимами фотосъемки, записи видеороликов в HD 720p, используя специальную кнопку видеосъемки. Окей, Google, покажи праздничное видео. Вот ваше праздничное видео. Panasonic HC-V770 – это компактное устройство для качественной домашней съемки. Реализованная в устройстве функция Twin Camera позволяет подключить мобильное устройство в качестве внешней беспроводной камеры и вести одновременную съемку с разных ракурсов. Siri, что скажет президент в этом году? Вот что мне удалось найти по запросу спойлер. Экшн-камера Smart Therapy 2 оснащена современной оптикой на базе стеклянных линз с просветляющим покрытием. В комплект поставки входит защитный бокс. Он предотвращает повреждение девайса при падениях и случайных ударах. Экшн-камеру можно устанавливать на различные крепления для шлема, для велосипеда и мотоцикла. А еще она потрясающе недорогая. Окей, Google, как установить камеру на сани? С помощью изоленты, скотча и настоящей русской смекалки.
Sennheiser CX200 Street 2 – это уникальные наушники, которые подойдут практически ко всем портативным устройствам. Внешний шум города больше не будет докучать тебе. Наслаждайся любимой музыкой. Наушники устроены таким образом, что ты не услышишь шума. Сбалансированное звучание, мощный бас и отличное воспроизведение низких частот – вот те параметры, которые неизменно привлекают к этой модели. Слушай новогодние мелодии именно в них. Siri, какую музыку ты слушала в молодости? В молодости? Ты считаешь меня старой? Это был обзор 12 самых ярких девайсов и гаджетов 2015 года. Окей, Google, с Новым годом! Спасибо, Алик. Снято. Siri, в каком кабинете накрыли стол? Маршрут построен.